Добрый день, мои дорогие близнецы. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие близнецы, я сейчас хочу сделать для вас прогноз на неделю с 5 по 11 февраля. Сейчас посмотрим, что моим близнецам принесет эта неделя. Так, смотрим, работа для моих близнецов. Новость будете получать. Новость хорошая. Как я говорю, новость, располагающая к тебе. Эта новость вас обрадует. Кто не мог долго устроиться на работу, то есть вам уже какая-то новость идет. Хорошая, рассмотрите ее. Есть вероятность того, что вас это устроит. То есть это предложение вас устроит. Вот, пожалуйста, идите на собеседование, и новостей будете кучу хороших получать, так что хорошо. Так, по финансам для моих близнецов. Но по финансам вы взаимодействуете с другими людьми. У вас взаимодействие идет, пара, вы и еще другие люди. Вот от других людей у вас идут деньги. Но еще по финансам будете на выборе. Какой-то выбор будет перед вами поставленный. У каждого свой. Вот, вот так, мои дорогие близнецы. Так, здоровечко для моих близнецов. Хорошее. Прекрасно, хорошая вообще, очень-очень даже хорошо. Девочки, женщины, вы даже можете на этой неделе, неделя будет хорошая, так как у нас неделя будет новолуние, там будет, по-моему, 9-10, если не ошибаюсь, февраля. Вы можете начинать делать какие-то для себя косметические процедуры, они вам пойдут в пользу. Вот, так, личная жизнь на моих близнецов. Ну, вот вы на выборе. Какой-то выбор, опять-таки, перед вами будет поставленный. Ехать, не ехать, покупать, не покупать, оставаться, уходить. Ну вот какой-то выбор. Но еще в основном выбор у вас идет финансовый. С финансами что-то связано. Вот. Так, социум для моих близнецов. В социуме, опять-таки, вы на выборе, вы выбираете, с кем вам общаться. Но я смотрю, мои дорогие близнецы, вы хотите общаться с людьми уже, как-то какие-то наметки у вас есть? С людьми, которые находятся на далеких горизонтах, да, то есть это другие страны. Вот так же само может быть общение у вас через интернет с людьми с другими странами. Вот так. Так, совет моим близнецам на эту неделю. Будьте в партнерстве, будьте в паре. У вас будет очень хорошее предложение по работе. Новость будет хорошая. Вот я еще раз повторяю, кто долго не мог найти работу, мои дорогие близнецы, у вас будет хорошее известие. Пойдите, рассмотрите, побеседуйте, да, и вас это, ну, зацепит, вам это понравится. Так, и чего не стоит делать моим близнецам на этой неделе? Зацикливаться на стабильности. Так же самое у вас вот стабильно, вот так, как у меня есть, так, как надо, так, как нужно. Вот немножечко меняйте свою точку зрения, свою позицию, да? Ну, значит, оно вам пойдет на пользу, по крайней мере, на этой неделе. Так, это есть. Так же самое, если к вам подойдет мужчина, он будет в возрасте, как бы так, средних лет. Вам с ним взаимодействовать не надо. Вот он пользу вам не принесет. Это не с работой связано, это что-то другое. Так, это есть. И чем порадует, обрадует моих дорогих близнецов эта неделя? Порадует, обрадует. Ух ты, вы возьмете свое. Мои дорогие близнецы, у вас просто прекрасно. Вы возьмете свое, вы не упустите свое. Вы будете в таком азарте, в таком драйве, как я говорю. Здесь, что касается финансов. Вот и поэтому финансы у вас от других людей идут. А вы в партнерстве с этими людьми, ну, вас это очень обрадует, порадует. Так же самое, кто-то может из близнецов избавиться от какой-то зависимости, да? Тоже вас это обрадует, порадует, что наконец-то вы уже избавились от этого всего, что вот так вот это все пришло к такому логическому завершению. В принципе, мои дорогие близнецы, у вас все хорошо. Все хорошо. Класс, просто не отказывайтесь от предложений по работе. Рассмотрите это все дело. Я буду за вас только рада. Итак, я сделала для вас прогноз на неделю с 5 по 11 февраля. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, успеха во всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваш Астаро. До свидания.